Здравствуйте, Иван. Это видео про первый одуванчик для Калинара. Запрограммирован. Смотрите, диафрагмы меняются от 2,8 до 45. Как я и говорил, из таблицы поправок вы увидите, как это все работает. Сейчас я наклею на одуванчик двухсторонний скотч, упакую и буду отправлять вам. Так, вот он, первый одуванчик. Это видео про второй одуванчик для Мир-24N. Диафрагмы все запрограммированы, фокусное расстояние также. Сейчас так он будет упакован. И отправлен. Видео про третий одуванчик для микроникр. 55 мм, 2,8, 32. Также диафрагмочки все запрограммированы. Фокусное расстояние также запрограммировано, 55 миллиметров. Сейчас. Сейчас я его также упакую. И все три одуванчика поедут к вам.